Дом по адресу Халтурина, 10, весь обставлен строительными лесами. Работы по модернизации фасада ведутся активно. Выравнивание с армирующей сеткой и нанесение декоративной штукатурки. То же самое касается и работы по модернизации крыши. Здесь проводится ремонт цементно-песчаной стяжки, полная замена кровельного покрытия и защита парапетов. Но строители хозяйствуют не только вовне, но и внутри, так как объем работы здесь масштабный. Внутри, в местах общего пользования и в комнатах замена оконных блоков, замена дверных блоков в местах общего пользования, демонтаж штукатурки на кухнях, в кладовых, в санузлах, с устройством новой штукатурки и укладкой плитки. Замена сантехники, по теплу там замена у нас труб отопления есть, частично воды. И по электрике замена полной электрики. Сдать объект планируют к концу апреля. Примерно в эти же сроки планируется завершить работы и по адресу Волгоградская, 28. Специфика этого объекта – высота. Это 9-этажный дом, так что в работе задействуют промышленных альпинистов и специальную технику, строительные люльки и грузовые краны. Над объектом трудятся единовременно до 30 человек. Устраиваются панельные стыки, они уже готовы на 90%. Покраска дома и балконов. Ремонт кровли, полностью новое покрытие, парапеты, вентканалы. Меняется отопление, вода, канализация по техподполью. И благоустройство входной группы и отмостка по периметру дома. Пятиэтажный дом намного проще, легче. Здесь как бы присутствует, но нам это не ново. Мы делали не один такой дом. Поэтому как бы вот и за 2 месяца работы, хоть и в зимний период, сделано 90% фасада этого дома. Капитальный ремонт в этом году пройдет по 36 адресам Бреста. И это в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Тогда работы велись на 24 объектах. Все работы ведутся за счет смешанного финансирования. На 10 объектах капитальный ремонт начат. Строительно-монтажные работы ведутся. На остальных объектах работы начнутся с учетом выделяемого финансирования чуть-чуть попозже. То есть в течение года мы будем начинать открывать следующий объект. Городским бюджетом и отчислением населения предусматривается 24,5 миллиона рублей. Из них городского бюджета предусматривается 15 миллионов, 9,5 миллионов предусматривается отчислением населения на капитальный ремонт. Всего же в этом году планируется модернизировать свыше 140 тысяч метров квадратных.